21 марта в календаре – Международный день кукольника. И сейчас мы приглашаем к экранам всех, кто любит этот вид искусства. Мы расскажем о премьерных спектаклях, о планах на лето по уличным постановкам Белгородского театра кукол. Чем собираются удивлять наши кукловоды своих маленьких зрителей, узнаем у художественного руководителя театра Натальи Репиной. Здравствуйте, Наталья Мефодиевна. Добрый день. Но завтра у вас профессиональный праздник. Расскажите, пожалуйста, есть какие-то традиции? Как привыкли отмечать? Да, конечно. Мы ежегодно радуем своего белгородского зрителя и едем к ним по Белгородской области со своими спектаклями и встречаем свой праздник на сцене, как это и положено. Премьерой, да? Конечно, обязательно премьерой. Ну вот одну из премьер мы как раз увидели. Мы побывали на генеральной репетиции. Давайте посмотрим сюжет. Кря-кря-кря, усни, малютка, после дождика в саду. Червяка тебе найду. Известная сказка Самуила Маршака о непослушном мышонке. Бэби-спектакль для самых маленьких, который будет интересен взрослым. 20 минут на сцене пролетают незаметно. В руках кукловодов персонажи оживают. У Софьи Солодовниковой самая непростая задача – играет сразу 6 зверюшек. Паю-паюшки хрю-хрю, успокойся, говорю. Стала свинка хрипло хрюкать, хрю-хрю-хрю. Софи, вы в процессе спектакля играете всех животных. Как вам это удается? Да как-то так. Интересно, потому что на самом деле это очень круто. Разнохарактерность такая. Очень крутой опыт. Так что я рада, что мне мои зверюшки попались. Я их очень всех люблю. А любимое животное есть в сказке? В сказке? Ну вот чтобы выбрать какой там, хрюшку люблю. Очень люблю. Под каждого героя была написана музыка. Сложная работа, но интересная. 8 совершенно разных характеров, совершенно разных размеров в музыкальном плане. Вам по характеру ближе больше всего какой персонаж? Музыка под какой персонаж? Персонаж? Вы знаете, как ни странно, наверное, кошка. Она интересно построена у нас. Она в таком вальяжном, таком опереточном плане написана. А вот мышка, в отличие от хитрой кошки, как настоящая мамочка, получилась очень суетливой. У кукловода Кристины Масловой пока нет своих детей, так что роль мышки она воспринимает как репетицию. Возможность пережить те самые мамские чувства. Мы сделали ей такую специфическую походочку, вечные вот эти вот взгляды. Может там, может там, может вот это няня, может вот это, может третье, может четвертое подойдет. Вот. Что подчеркнули из этой роли? Что чрезмерная опека – это тоже плохо. Спектакль не просто зрелище, это жизненный урок, как для взрослых, так и для малышей. Как он, ваш мышонок? Он очень веселый. Он любит баловаться постоянно. Хочет баловаться, хочет бегать, прыгать и не хочет спать. Даже если он хочет спать, он не хочет спать. Жизненная сказка. Конечно, да. Ну, мораль всей сказки какова, как считаешь? Что? Надо не капризничать, надо маму слушаться. К счастью, в этой сказке все заканчивается хорошо. Из лап кошки мышонок возвращается домой, уже поумневшим. А в завершении зрителей ждет еще и необычный сюрприз – возможность побыть в главной роли. Успокойся. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, мышонок, не спишь? Ну а в конце сказки для мам будет интерактив. Им предложат спеть любимую колыбельную. Предложит успокоить этого мышонка. Так что приходите, будет интересно. Александра Прозорова, Эдуард Горелов. Такой день на мире Белогорье. Ну, замечательная сказка про мышонка. Добрая, поучительная. Наталья Мефодиевна, а какие еще премьеры нас ждут? Ну, накануне Великой Победы мы приступили уже давно к постановке спектакля «Говорит Ленинград». За основу взяли пьесу Ольги Бергольц, естественно, и заказали эту пьесу
драматургу, молодому драматургу из Витебска, из Республики Беларусь, Ольге Прусак. Также приедет молодой постановщик, который уже известен нашему белгородскому зрителю по постановке «Комедия Петрушки», Михаил Климчук, режиссер-постановщик этого театра. И также музыку напишет, уже пишет Олег Залетнев, композитор из Минска. Эта пьеса будет адресована подросткам и молодежи, и, как сказать, взрослому поколению, пережившей эту чудовищную трагедию. Я знаю, что вы с собой принесли еще и подготовительная работа. Идут подготовительные работы над спектаклем, работают цеха. Вот я взяла сейчас персонаж, он отрицательный персонаж, вот как вот так вот, чтобы удобно было, да. Вот еще будет офактуриваться лицо, еще будет роспись, еще будет эта кукла работать, эта тростевая кукла, будут работать ручки, будет работать головка. Вот, ну, вот такой вот отрицательный персонаж, это спекулянт. К сожалению, и такие иногда встречались вот в такие сложные времена люди. Но больше, конечно, там позитивных персонажей, больше такого патриотического направления в театре будет эта постановка. И мы покажем ее к Дню Победы, и, естественно, эту постановку увидят у нас также зрители Белгородской области. Ну, надеемся ее серьезный вывести. Спектакль. Серьезный, да, очень серьезная работа, очень серьезный спектакль. Вот такой пока вот у нас, вот такой спекулянт. Уже видите, да, оживает в ваших руках. Да, уже оживает, это такая кукла. Видите, вот он такой. Наталья Мефодиевна, ну я знаю, что с прошлого года вы реализуете проект «Уличный театр». Насколько готовы? Да. Какие планы? Ну, на самом деле, проект стартует, и все для этого создано. Все для этого создана материально-техническая база, прежде всего. Это закуплен транспорт, два микроавтобуса, большой 35-местный автобус. Также закуплены моделирующие кресла для зрителя и сцена. И театр будет двигаться в трех направлениях. Смотрите, это будут общегородские большие праздники наши. Мы приготовили уже ряд спектаклей в нашем репертуаре и адаптировали их к улице. Это направление следующее областные праздники. Сейчас ведутся договорные все работы над тем, чтобы мы были участниками больших городских праздников районов, сел. И третье направление мы будем выезжать в те поселки, в те села, у которых ну, нет, скажем так, стационарных театров, либо они находятся немножко так вдали. Вот еще и в этом направлении будем работать, но это уже первый спектакль мы запустим к Дню Победы. Вот, и все лето, осень, сентябрь планируем еще прихватить. Будем работать вот в таких трех направлениях. Когда можно уже будет афишу увидеть? Где? Я думаю, что да. Я думаю, зритель ждет. И смотрите на нашем сайте, смотрите как бы в средствах массовой информации. Думаю, в конце апреля такая уже афишу такую зритель наш получит. Сайт Белгородского театра «Кукол». Да. Наталья Мефодиевна, ну и не можем не задать еще один вопрос. Вот в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу, смотря какое развитие дальнейшее событие будет, насколько театр сегодня готов перейти на дистанционную работу, 3D-туры, онлайн-спектакли? Вы думали об этом? Ну, конечно, конечно. Уже буквально в течение
ближайших вот дней уже будет размещена афиша, если потребуется того такая ситуация, да, афиша на нашем сайте, и где вы увидите, как в онлайн-режиме, и в 3D-туры даже по театру, где мы предусматриваем и показ наших спектаклей. Вот уже 5 спектаклей у нас есть. И также мы сейчас работаем над уроками, такой цикл уроков, который позволит нашему зрителю создавать у себя дома такой небольшой домашний театр кукол. Как здорово. Да. Молодые мамочки это оценят. Ну, конечно, это здорово, это нужно. Я знаю, что есть уже у некоторых семей у нас на Белгородчине. Ну, пусть это будет вот таким еще, может быть, событием в семье у каждого, да, в каждой семье, которая пожелает. Мы будем давать мастер-классы, как сделать куклу, как сделать из подручных материалов, да, как разыграть спектакль. Наши специалисты будут вести вот такие онлайн-режимы, такие мастер-классы. Далее еще небольшие такие мы покажем свои сюжеты, как надо вести себя в театре, да, эстетики, образовательные какие уроки, правила этикета. Это у нас существует, вы знаете, уважаемые зрители, вы приходите, видите, это еще как бы увидим, разрабатываем еще цикл таких уроков. В общем, следим за афишей, конечно, на сайте, конечно, и за, да, всей информацией, которая там появляется. Мы поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником, Наталья Мефодиевна, весь коллектив. Спасибо, что были сегодня в нашей студии. Ну и успехов. Спасибо. Будем большое. Следить за, спасибо, творчеством. Спасибо, что пригласили. Всех поздравляю с праздником. И профессионалов, и тех, кто сопричастен к нашему виду искусства. Спасибо. Спасибо вам.